С окончанием лета отдых не заканчивается. Краевая целевая программа «Дети Кубани» дает возможность юным сочинцам оздоравливаться круглый год. Летом это были детские лагеря, а в осенний-весенний период наступает время санаториев. Каждый желающий может отправить своего ребенка бесплатно в одно из таких лечебных учреждений, которые находятся в Анапе. Для этого нужен небольшой пакет документов. В него входит паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении, а также справка от педиатра для того, чтобы направить ребенка в тот санаторий, который ему подходит по профилю заболевания. 21 день идет оздоровление в санаторном учреждении с полным курсом лечения, с консультативными занятиями, с питанием и воспитательной программой. Такой же курс и такие же полномочия у санаториев и на осенний период. Поэтому сегодня вот идет набор в «Жемчужину России», заезд с 11 октября. 89 путевок предоставлено нашему городу. Уважаемые жители города Сочи, пожалуйста, вы можете спланировать и получить бесплатную путевку для оздоровления своего ребенка. Путевки в санаторий выдают детям в возрасте от 7 до 16 лет. В этом году отдохнуло уже более 700 юных сочинцев в лагерях и лечебно-профилактических заведениях Краснодарского края. Но эта цифра пока не окончательная.